Уже месяц работает временный ковид-госпиталь Казанского университета. За короткие сроки были проработаны инфраструктура и логистика больницы. Основной контингент – пожилые люди с хроническими заболеваниями, а средняя продолжительность пребывания больных – 10-11 дней. Как отмечают пациенты, главная заслуга в их выздоровлении – это работа команды врачей университетской клиники, терапевтов, кардиологов, хирургов, УЗИ-специалистов, урологов и других. Я пришел в страхе. Я не знаю, что со мной. Я не знаю, что происходит с теми, кто остался там за двери. Меня приняли, со мной говорят, мне рассказывают. И самое главное, ведь рассказывают не только кто-то, а весь персонал от медсестер до завглавного врача. Каждый на своем. И появляется уверенность. Врачи отмечают, что процент выздоровления высок даже в самых тяжелых случаях, когда пациент длительное время находился в реанимации под искусственной вентиляцией. Но по сравнению с тем, что было, намного лучше. Уже сама могу и дышать, и лекарства помогают, врачи помогают. Врачи молодцы, они несколько раз в день приходят, сверяют наше здоровье, температуру, давление, все показатели. Медсестры тоже постоянно здесь ходят. Коронавирус в сочетании с хроническими заболеваниями опасен, поэтому совместная работа врачей из разных областей играет ключевую роль в лечении. Наш опыт в наших прошлых областях нам очень здорово пригождается. Вчера буквально у нас была ситуация, когда у нас случился у больного инфаркт здесь. И мы ему помогли на высшем уровне, мы фактически ему провели быстро тромболитическую терапию, мы ему, так сказать, оказали помощь, мы его реанимировали, спасли. И перевели, буквально в течение нескольких часов, перевели уже в нашу же клинику, где ему провели операцию, он жив, и дай бог, все будет хорошо. А если бы кардиологов не было здесь, не знаю, как бы дело пошло. Конечно, нам в помощь все остальные службы нашей клиники, диагностические, лабораторные службы, которые круглосуточно, в круглосуточном режиме. То есть мы можем отвести любой анализ, нам сделают его в любое время суток, мы можем привести любого специалиста и перевести пациента в основной корпус, хирургический корпус. Важную роль играет и сплоченность команды врачей. Когда возникла необходимость сформировать штат, было объявлено это сотрудникам, и сотрудники откликнулись. Сюда приходят работать по желанию, с согласия. Команда собралась, желающие работать, это очень немаловажно. Внутри коллектива у нас очень доброжелательная обстановка. В свою очередь, врачи благодарны университету, оказывающему немаловажную поддержку. То есть каждый сотрудник, он с начала работы в госпитале получил то, что получает любой сотрудник республики, работающий в таких же госпиталях. Мы видим, что с нами весь университет, весь коллектив клиники, и в отношении медикаментов такая же работа, она ежедневно проводится, то есть на все заявки, запросы, аналитика ежедневная проводится. По словам самих врачей, нет мысли о тяжести работы, когда речь идет о здоровье пациента, ведь это самое главное. Каждый помогает друг другу, знает, что делать, когда делать, никто не отказывается. И что я замечаю, они учатся друг у друга, вот передают квалификацию, просто вот смотрят вот на всех. Это, ну, если во всех центрах вот так, то ковиду в Татарстане не место, его не будет. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.